Идут сборы. Утро хорошее. Ребята, всем привет. 2 мая. Сегодня решено ехать посмотреть гуся. Вчера был очень сильный ветер. Никакого желания, никуда не поехали. Сегодня юго-запад и ветер. И утро такое хорошее, и день вроде хороший. И решено выехать на позиции. А дальше что? Что будет, все увидим. Андрюша, Дениска собирается. Собачки нас провожают. И из соседних районов, с Вологодской области, рядом позвонили, сказали, что гусь полетел. Едем пробовать. Ложу. А что будет, все увидите дальше. Замеривай. Выдвигаем. Отсюда же нырнешь. Всем, ребята, не пуха. Камера западела. Так приморозило нихреновенько. Идем к засидке. По болоту ехали одиночка откуда-то. Может, из чучелов у нас поднялся. Пролетел прямо над нами белолобик. Камера плохо приближает, не приближает. Косать сидит, такует. Далек от шалаша. Погодка сегодня хорошая, он как приморозило все. Погодка хорошая. Сейчас посмотрим, будет ли кто. Это вчера так. Из печи неохота было слезать в такую витрину. Вон здесь журавль ходит. Блять, камера опять не достанет. Вон, смотри, рядышка. Погодка хорошая, да, птички. Смотри, смотри, как вытянул. Журавлик. 3 штуки у нас тут тоже живет. О, полетел. Чаек, вон белых голов торчит целая куча. Гусей в болоте пока не видать. Ну, будем ждать. Вчера под вечер тоже, говорят, полетел бы. В 100 километрах. Почему тебя не держит-то? Думал, тебя держать будет. Поднялся хороший косячок, штук по 30 гусей. Тут метрах, наверное, там ручеек течет. Не, тут метров 200, наверное, 250. Хороший косячин он пошел. О, гумяш! Гумяш заразговаривал. Они на кухню идут? К ним могут, могут. Можешь поорать? Че ты парешь-то? Манок далеко убранный. С собой не взяли в этот раз. А на эти откололись что-то. Хороший косячочек. На воде сидели так.
Вот такая у нас расстановочка. Вот он, засидка. Баламут залез в засидочку. Толбоёб, он говорит, умный. Извините за выражение, а не баламут. Чайка. Это не чайка, гусь, Денис. Ты не ж это. Это гусь идет сюда, гусь. Тише, не шевелитесь. Гусь, 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 баламут, не шевелись. Он свернул. А куда он пропал? А, вон он, кругом, блядь, круга сделал. Круга сделал. Это гусак. Он сзади где-то гуси орут. Блядь, еще один. Денис, залезь, не шевелись, блядь. Где-то еще гуси. Да ты нахуй моя тут убредка. Ты на свою садись между нами. Тише, это сзади еще один. Иди вот сюда, ебану, просто мне. Ну, ничего, парень, собирать. Сиди, блядь, у тебя он сам входит. У него хорошее открытие. Хорошее открытие, ребята. Хорошее открытие. Минута времени. И гусак в рюкзаке. Нихуя он вошел в землю. Белолобик хороший. Этот обратно и вернулся, который пролетел у нас над этим. Там он еще один. Тише, в рюкзак летит. Хороший. Так ты смотри сюда-то. Нормально? Да. С открытием? Да. Держи кардан. Баламутушка. Давай, 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 Дениска, молодец. Этот... Фу, бля. Высоковато, пальнули нас. Хороший белолоб. Фу. Тяжело по болоту бежать еще. Пальнули что-то.
с угусями болото исхожено. И на ночь вчера было. Наша сегодняшняя утрянка. Два белолобика. 2 мая. Первого, как я говорил, мы никуда не ездили. Витрина был. И Гумяш один утянул у нас. Искали, искали, так и найти не могли. Все болото исползали. Погодка сегодня хорошая. Как-то так вот прошла наша утряночка. Я долго за тобой, блядь, бегать-то буду, блядь. Ёбнулся, что ли, блядь? У него крыло перебито, не полетит он уже. Ну хватит, блядь. Чё закашлял-то? Ничего они не боятся. Ну и чё? Ну не в каждый раз стая у тебя заходит. Эта стая не хотела заходить. Не, я везде ему попал. Но большую часть крыло. Молодой ты, дурачок. Не послушал, блядь, папу? Да, я с ним постою, поснимаю его. Молоденький, откололся. Одна стая налетела 9 штук. Потом от кого-то прибились еще 6 штук. Низко. Ты гребу-то повесил, ты же живой. Низко. Поклюй меня, поклюй. Нет, чуть-чуть. Ты тут есть, он, видишь, попал. Да, ты перебил крыло. Так нет, и здесь он есть. Он не уйдет уже никуда. Вот. Тройка это все. Вот. Зашла бы единица туда бы, все бы. Троечка. Гошечка. Гоша, поклюй меня, ну ты че? Надо было, не послушал папку.